Несмотря на заверение главы района, мусорки все выходные шли без остановки по улице Тельмана. Народ собрался для того, чтобы контролировать их движение. Пока ни одной мусорки не прошло. Понедельник, 27 марта, 7 утра. Я понимаю, что каждый зарабатывает как может. Ну, совесть-то какая-то должна быть. Мусор, а у меня вон она ездит, собирает. Вон она. А ты мне вот это, считай, во двор везешь. Да вот так. Да закройте ее, елки. Закройте, закрой. Если бы ты не ездил, так давно бы закрыли. Как я могу не ездить? Куда мы будем мусор это возить? Так давайте в рисовых чеках и сбрасывайте. Уроды. Вообще уже сделали. Так надо в рисовых чеках свалки сделать. Это дебилы. Вот поэтому мы так и живем, что вы-то при чем? Вы-то ни при чем. Ну это болганы на будет видеть уже. Без 10:08 машина идет с явным перегрузом, не соблюдая временной режим. Неохота было слушать. А как мне сейчас посылают? Куда нам ехать? Посылают тебя. Они едут, они здесь составляют, что ли, блядь, слушать, как ты трещишь ездишь. Так закройте, мы не будем ездить. Ну вот и закрыли. Закрываем. Наконец-то, ёпка. Вот этот, я не знаю, мы хоть отмучаемся, ёпка.